там, где хорошо для Кастилии. Забавно, что все говорят о благе Кастилии, чтобы оправдать свои действия. Но что такое Кастилия? Может, вы мне скажете, раз уж вы ее король? Что такое Кастилия? Умирающие от голода крестьяне, продажные священники. Король не обязан вести переговоры с захватчицей. Я увижу с ней. Сделайте это. Но потребуйте ее дочь в качестве гаранта, пока она в вашей власти. Хватит! Это единственный способ, которым вы способны разрешать конфликты. Я устал. Меня тошнит от этого. Я встречусь со своей сестрой. Это мое желание. Могу я задать один вопрос?